Итак, дорогие друзья, сегодня 18 сентября, да, рубрика «Дачный сезон» продолжает свою работу. Итак, я нахожусь на грядке со свеклой и с морковью. Сегодня, да, я собираю весь полностью свой урожай. Значит, первый этап, да, я закончила, то есть я подготовила, да, мешки. Итак, сегодня, итак, второй этап, да, мы вырвали с корнем, да, то есть собрали весь наш урожай, да, свеклу, морковь вырвали с корнем. И вот я положила, да, все это на грядке, то есть вот под солнцем, да, под палящим, как бы, ну, вот какое-то солнце сегодня есть, да, еще теплое солнце. Вот, дует ветерок, да, такой прохладненький, но достаточно такая погода, да, вот именно для того, чтобы, да, собрать урожай, просушить его для сбора, да. Итак, значит, я вырвала все с корнем, да, весь свой урожай, морковку и свеклу, положила все это на грядки для того, чтобы как-то это могло немножко подсохнуть, да, на солнышке, подсушиться. Вот, и, значит, следующий этап, да, я... Значит, ну вот как все это выглядит, да? То есть вот таким вот образом. То есть вот таким вот образом. Да, вот таким вот образом я, значит, вырвала всю свеклу, всю морковь, да, ну вот у меня было в этом году 8 грядок посажено, общее количество, да, свеклы и моркови. Итак, я все это положила на грядки для того, чтобы все это подсохло, да, в течение, ну, пока что я буду срезать ботву, да, у свеклы и моркови, да, ну, пока что я буду, да, одну грядку, да, обрабатывать, то есть срезать ботву, да, другие, морковь, свекла, да, на других грядках будет подсыхать, да. Вот, и вот таким вот образом, да, я как бы полностью, да, пройду все грядки, да, вот. И так мы срезаем, да, второй этап, мы срезаем ботву у свеклы и у моркови. Вот, ну, можем срезать, да, срезать и все это складывать пока что на грядках оставлять, да, не убирать в мешки. Пока что, да, еще теплая погода, светит солнышко, вот, чтобы все это подсохло. Вот. Итак, значит, приступаем, да, к тому, что, значит, обрезаем, да, обрезаем ножницами, секатором или ножом, срезаем ботву у свеклы и у моркови. Итак, увидимся в следующем ролике.